70, массив Палисандра, кедр. Недорогая фабричка из цельного материала. Небольшой тест трех гитар. Кусочки на всех инструментах и попробуем немножечко их так оценить. Хотя, конечно, все инструменты разные, разные схемы построения пружин верхней деки, разные мензуры. Здесь стандартный торус 450 мензур. Нашему и вашему вниманию предлагается послушать инструмент работы мастера Пескова. Инструмент является собой копию конструкции великого Мигеля Родригеса. Thank you.
Инструмент, тоже работа мастера Пескова. Здесь мастер постарался фантазировать на тему другого интересного творца гитарного, Грасильяно Перес. Это гитара ближе к фламенковым инструментам. Терпкий такой звук, интересный. Наибиение такого мастерового. Я на нем и завершу. Хотел спать, конечно, интересно. Недорогой.
давайте я на них поиграю более мелодично и спокойно с точки зрения классической гитары, а то немножко однобокое представление.